Господи, благослови, держи. Давай. Матушка, Евангелие возьмешь, благословение Кирилла? Православная, священная? А Евангелие возьми? Благословение Кирилла. Наша православная. Православная, Евангелие в подарок, благословение Кирилла. В подарок возьми? Люди боятся, откуда? Господи, помилуй. Православная акция Евангелия в подарок. Не русские? Не русские. Ну ничего, бывает и такое. Православная акция Евангелия в подарок. Мы не русские. Спаси Христос. Мы, говорит, не русские. Вторая. Благословение Кирилла. Евангелие в подарок. Спаси Христос. Евангелие в подарок. Благословение Кирилла. Мы, говорит, не русские. Господи, помилуй. Евангелие в подарок, благословение Кирилла, благословение. Возьми это в подарок, наше Евангелие православное. Возьмите, крупным шрифтом. Если у вас есть интернет, можете там на сайт зайти посмотреть. Там Библия, значит, для Життя Святых, проповеди. Спасибо. Спасибо, храни Господь. Евангелие Кирилла, подарок, Евангелие Кирилла. Бесплатно. Евангелие в подарок. Евангелие в подарок. Наше православное. Благословение нужно? Евангелие. Евангелие в подарок. Православная акция. Благословением Кирилла. Ой, там? У меня уже потеряется. Ой, вот видишь, как. Вот здесь откройте, да? Mm-hmm. И здесь благословение Кирилла. И это наше православное. Для бесплатного распространения. Прям благословил. Ей после России разводят, если, то священники берут, они раздают на православные церкви. Куда в старом городе нет, они раздают на церкви. Это Евангелие, наше православное, для бесплатной раздачи. Здесь вот визитка, это православный сайт, здесь как зайти на него. А я каждый день. Там, знаете, там начитано Библия, Життя Святых, Кровь, все есть. Можешь зайти посмотреть. Я каждый день смотрю. С праздником на Кирилле поклонно. Православная акция. Мало у нас верующих, мало православных, никто не интересуется. Исполнилось время приблизить Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марк 1.15. Господи, помилуй. Благословение с благословением. Наше православное. Благословение Кирилла. Возьмите Евангелие. Благословение Кирилла, подарок Евангелия, возьмите. Православная акция Евангелия, подарок, благословение Кирилла, благословение Кирилла. Они прям славные. Евангелие в подарок, наш православный, возьмите. Евангелие в подарок. Пашка! Погода хорошая, ветерочка немножко появилась, да? Благословение Кирилла в подарок. Возьмите благословение? Наше православное. Там будет благословение. Нам не нужно, ребята, в подарок? Короче, это, да, сейчас тем более там знаю. Евангелие в подарок, благословение Кирилла. Евангелие в подарок, и чего? Благословение Кирилла, Евангелие в подарок, благословение в подарок. Подарок нужно, Евангелие, благословение Кирилла. Евангелие в подарок. Мало еще раздала вас. Вообще нет. Евангелие, благословение Кирилла, благословение. Православная акция Евангелия, подарок с благословением Кирилла. Евангелие возьмете? Благословение Кирилла, подарок? Нет. Крупным шрифтом. Народу мало, народу.
Там есть Библия начитана, все святые проповеди. Нет там, брызги. Хорошо, спасибо. Во славу Божию. Евангелие благословения Кирилла. Подарок. Подарок возьму. Благословение Кирилла. Наши православные. Так, покойся, покойся. Скажи. Не доверяю. Евангелие благословения Кирилла. Евангелие – подарок от этого, мы ставим тебя. Подарок. Евангелие – подарок, православная акция. Благословение Кирилла. Евангелие – подарок, крупным шрифтом. Крепкие поклоны, погода хорошая. Евангелие – подарок от этого, благословение Кирилла. Вроде народу много, а что-то нет никого. Евангелие в подарок, благословение Кирилла, благословение. Евангелие во свете, благословение Кирилла, крупным шрифтом, подарок. Евангелие во свете, благословение Кирилла. Благословение наше, православное. Давай. Наше, наше. Хорошо, спасибо. Спасибо. Слава Божию. Евангелие возьмете, мужчина? Да. Мало. Евангелие, благословение Кирилла. Православная акция. Практика сегодня поклонная. Благословение патриарха нашего, бесплатно в подарок крупным шрифтом. Возьми очередь. А вы думаете, я у него преподаю в академии, что я не разбираюсь, что ли? А, вы тоже разбираетесь? Спасибо, Христос. Иван, ты не подаришь, что вы свое материалы? Крупным шрифтом. Иван, ты подаришь, что вы свое материалы? Наши православные. Иван, ты слышишь, что вас есть, что вы свое материалы? Благословение Кирилла, Евангелие в подарок, православная акция. Евангелие мужа, благословение Кирилла в подарок. Евангелие крупным шрифтом, благословение Кирилла, нашего патриарха. Евангелие возьмите, благословение Кирилла крупным шрифтом, наше православное. Евангелие возьмете, благословение Кирилла. Шрифтом. Евангелие наше православное. Благословение Кирилла, бессмертие. Наше православное. А у вас интернет-сайт есть? Вот там вот есть, можно зайти в интернете на сайт православный, начитывать Библия, Евангелие, собрание там православной нашей общины. Вот если вы разбираетесь, здесь она не может зайти. А здесь вот это, благословение Кирилла, здесь страница. Второй, вот здесь. Ну, наши это, наши. Ну, спасибо. Попал Божий. Благословение Кирилла можно? Можно шрифт наш православный.
Благословение Кирилла, можно Евангелие? Подарок, православная акция. Благословение Кирилла, Евангелие, подарок, благословение. Евангелие возьмите, благословение Кирилла. Евангелие, благословение Кирилла, подарок. Евангелие, благословение Кирилла, подарок. Евангелие благословения Кирилла в подарок. Евангелие возьмете кому? Благословение Кирилла в подарок. Благословение. Евангелие в подарок. Благословение Кирилла. Евангелие в подарок. Возьмите Евангелие. Благословение Кирилла крупным шрифтом. Сейчас издали, хорошо очень. Там есть благословение. Господи, помилуй. Не пугайтесь. Мы православные. Вот так. Мало раздала, очень мало. Не нужно никому Евангелие, да? То ли есть, то ли не хотят, не знаем. Да, тут недавно читала слова. Книга Иисуса Навина 1.8. Да не отходит я книга от уст твоих, но поучается в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда будешь. Так, забыл немножко. Тогда будешь успешен во всех путях своих и поступать будешь благоразумно. Да, вот так вот Евангелие прям точно говорит, что и успешен будешь, да, в путях своих. Но никто не хочет. Следуйте в Писание. Тоже никто не хочет. Евангелие в подарок. Православное. Благословение Кирилла. Евангелие в подарок. Благословение Кирилла. Евангелие в подарок. Благословение Кирилла. Даже не смотрят в нашу сторону. Нет, народ напуган. Все, наверное, за сектантов принимают. У нас же не принято, чтобы православные вот так ходили и раздавали. Евангелие возьмете, благословение Кирилла. Православная акция, Евангелие в подарок, благословение Кирилла, бесплатно. Возьмите крупным шрифтом. Евангелие в подарок, благословение Кирилла. Благословение. Нет? Евангелие в подарок, возьмите благословение Кирилла. Наше православное, крупным шрифтом. Евангелие в подарок, возьмите. Православная акция, бесплатно. Есть? Спасибо. Хорошо. Евангелие есть, хорошо бы еще читали, да, еще бы нам исполнять, да. Евангелие в подарок нужно, православное. Евангелие в подарок. Православное, Евангелие в подарок. Нужно вам? Не идет, у нас тоже никого. Евангелие возьмите. Подарок. Православное. Благословение Кирилла. Евангелие. Возьмите Евангелие Кирилла в подарок. Благословение. Давай. А вот интернет есть? Пользуйтесь интернетом. Пользуйтесь. Так, смотрите, какая музыка должна быть. А вот.
зайдете, это православный библейский сайт. Там начитана Библия, что святые, есть проповеди, наши православные. Они в Барнауле, у них своя община православная. И они снимают, выставляют ролики каждый день. И там собрались, как что найти, там все данные есть. Спасибо. Послал Боже, спасибо, Христос. Приятно, хоть кто-то прямо души, когда берут. Евангелие Кирилла, родной шрифтом отлично, подарок. Евангелие Кирилла, подарок, родной шрифтом. Открыть Евангелие. Евангелие Кирилла, благословение, крупным шрифтом, подарок. Евангелие нужно? Православная акция, подарок Евангелия, благословение Кирилла, благословение, подарок. Евангелие возьмите, благословение Кирилла. Давайте возьму домой. А вы туда написали? Нет. Нету? Тогда видишь, можно? Нет, а зачем пойдет? У меня ноутбук есть, просто интернет. Ноутбук, а как у кого? И два планшета. Вот туда зайдете, там это библейский сайт. Там начитана Библия. Все там есть, вопросы, ответы, очень большая информация. Сейчас и планшеты, интернет, и ноутбук, чем удобно есть. Да, зайдете, посмотрите. Так. Ну все, еще одна тогда. Да? Мы сейчас посмотрим, что возьмет. Возьмите Евангелие. Крупным шрифтом благословение патриарха Кирилла, Евангелие. Евангелие возьмите благословение Кирилла крупным шрифтом. Евангелие благословение Кирилла. Крупным шрифтом Евангелие возьмите благословение Кирилла. Сейчас передали. Благословение Евангелие возьмется? Благословение Кирилла. Мне говорят, ничего не слышу, ничего не знаю. Евангелие возьмете благословение Кирилла крупным шрифтом. Интересно, от меня народ здесь берет. Благословение Кирилла, Евангелие сейчас даже одно останется и не знаешь, кому отдать, не отдашь. Евангелие благословения Кирилла. Евангелие благословения Кирилла крупным шрифтом. Подарок. Евангелие благословения Кирилла, крупным шрифтом, православный сайт есть, можно так интернет открыть. Благословение Кирилла, Евангелие открыто.